В действительности женщинам очень выгодно руководствоваться домостроем. Я расскажу пример из своей священнической практики. Однажды ко мне пришла одна женщина, у которой большая семья и были проблемы с мужем. Она пришла и говорит: муж все время лежит на диване, с работы приходит, пиво, телевизор. Раньше хоть подходил, каналы переключал, а сейчас новый телевизор, у него пульт. Муж стал стационарным, лежит на диване, щелкает, и лампочка у него тут включается, выключается. Пиво стоит тут же слева. Он вообще не встает с этого дивана, ничего по дому не делает, детей не воспитывает, денег приносит мало, я не знаю, что делать. Я сказал этой женщине: вы должны жить с вашим мужем по домострою. Если вы будете так поступать, через некоторое время вы будете лежать на диване, а он будет бегать вокруг вас. Она спросила меня: отец Олег, а как же это можно сделать? Я ей сказал: вот придете домой, скажите мужу, что вы неправильно с ним выстраивали отношения, что с этого дня вы начинаете во всем слушаться его, и без его благословения ничего не делаете. Через неделю она приходит, такая счастливая, посвежевшая, радостная. Ну, я уже предполагал, что могло произойти. Я ее спрашиваю: ну, расскажи, что случилось? Она рассказывает: прихожу, мой лежит на диване. Я подхожу к нему и говорю: я неправильно с тобой жила, меня священник обличил, сказал, что надо жить по домострою, теперь без твоего благословения, без твоих приказов я ничего делать не буду. Она говорит: он сел на диване. Говорит ей: ну, наконец-то появился у вас нормальный священник, а то каких-то молодых там понабрали, ничего не знают в жизни. Она говорит: муж, благословишь ли в магазин сходить? Он говорит: ну, иди. И уже так напрягся, обычно, как и в магазин идти, она из него деньги выдирала, он спорил, скандалы. Она говорит: сколько благословишь денег? А, то-то же. Ну, отсчитал какие-то деньги, дал ей. Она пошла в магазин, купила, что можно купить на эти деньги. Зовет его к столу. Он подходит, глянул-то, там вообще ничего есть. Что ты, глупая женщина? Это что, кормить детей, семью? Она говорит: сколько муж дал денег? Вот настолько купила. Глупая, взял сумку, пошел в магазин. Он в этот магазин всегда ходил, но, сами понимаете, в другой отдел. Возвращается озадаченный такой, задумчивый. Жене говорит: как все подорожало-то. Вот конец недели он стал искать вторую работу для себя. Она говорит: я уже под конец недели сижу на диване, жду, что он мне скажет. Через две недели в храм прибежал муж. Он подходит ко мне, говорит: вы отец Олег? Я говорю: да, я. Он говорит: я все понимаю, домострой, это все правильно. Но надо же, чтобы она чего-то решала. Она же сидит на диване, ждет каких-то моих команд. Я уже себе третий приработок нашел. Кручусь, верчусь, как юла. Женщины, не бойтесь домострой. Если вы будете жить по домострою со своими мужьями, вы будете на своем месте, они будут на своем месте. Это очень важно. Когда женщина подавляет себе дьявольские семена эмансипации и феминизма, это опасное заблуждение, когда женщина ревнует за самостоятельность от мужчины. Это очень неправильно.